Мировая премьера Cadillac City 5 состоялась на автосалоне в Нью-Йорке. Новинка приходит на смену модели City S, и нельзя не заметить, как похоже написание этих имен. Четырехдверный City 5 получил редкий кузов Fastback длиной 4924 мм. Базовая двухлитровая турбочетверка развивает 241 лошадиную силу и 350 ньютон-метров. Второй турбомотор – это трехлитровый V6 с отдачей в 340 сил и 400 ньютон-метров. Оба двигателя сочетаются с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Платформа Альфа концерна GM предусматривает переднюю подвеску Макферсона и многорычажку сзади. Основной привод – задний, но есть и полноприводная версия. В продажу Cadillac City 5 поступит осенью, а в следующем году мы ждем машину и в России. Подождав 2 месяца после дебюта рестайлингового кроссовера GLC, Daimler привез на автосалон в Нью-Йорке и топовые версии Mercedes AMG 63, обычную и купе. Обе получили новую светотехнику, решетки радиатора и патрубки выхлопной системы. В салоне установлена виртуальная приборная панель, новый руль и главный экран медиасистемы MBUX с голосовым управлением и главным экраном диагональю 10 четвертью дюйма. В остальном начинка AMG кроссоверов не изменилась. Как и прежде, 4-литровый битурбомотор V8 предложен в двух версиях. Базовая развивает 476 лошадиных сил и 650 ньютон-метров. А в модификации GLC 63S доступны 510 сил и 700 ньютон-метров. Коробка передач – 10-ступенчатый автомат AMG Speed Shift. Полный привод с многодисковой муфтой, и после рестайлинга обе модификации получили электроуправляемую блокировку заднего дифференциала. Заказы на модель начнут принимать летом.